Обычный урок физкультуры в 5 классе внезапно прерывает группа людей в масках и с оружием наперевес. Их роль также исполняют школьники. Действия детей слажены. К такому повороту событий они готовились заранее. Звонок о захвате заложников поступает и директору школы, после чего начинается эвакуация всего учреждения. Включайте оповещение голосовое. Срочная эвакуация из здания школы всех детей и работников. Внимание! Угроза возникновения пожара. Всем приготовиться к эвакуации. Никакой паники и столпотворения. Эти действия учителя с учениками также отрабатывают регулярно. Поэтому и эвакуация проходит быстро и слаженно. 9 А, 18, все спаслись. Эвакуация школы полностью у нас каждый год проводится. Поэтому дети уже к этому привыкли, дети абсолютно спокойно к этому относятся. Уже все отработано, в каком бы они кабинете ни находились. Учителя, работающие в кабинетах и ведущие урок в это время, они знают, через какой вход они выводят детей, вот, куда они выводят. Поэтому у нас эвакуация всегда проходит очень организованно и быстро. Ежегодно перед школой ставятся разные задачи, чтобы школьники на практике могли узнать, что делать в разных чрезвычайных ситуациях. Подобные мероприятия проводятся во всех образовательных учреждениях. Однако хочется верить, что усвоенные знания детям никогда не придется применять в жизни. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.